Это так... Вокал. Вокал. Погнали. Привет! Пока ты готовил блины, мы приготовили для тебя новый бэк со студвесны политеха. Мексиканцы, ФСБшники, мафиози, ну или просто стэмовцы и аита. Именно они сегодня покажут тебе то, ради чего прогуливали пары. Пошли скорее посмотрим, что там. Как на работу. Погнали, бэк снимать. Я режиссер, актер, вокалист, раздолбай. Я только всеми управляю, но сам ничего не делаю. Что у тебя за цепь такая? Настоящее золото? Конечно, ну что, я же могу себе позволить. Я наркотики вообще-то в Мексике продаю. Вырежем. Мы просто очень горячие ребята. Решили вот так вот поднять вам температуру тела. А декорации кто у вас делает? Ребята сами все делают. Они за это получают спасибо. А сколько ты получаешь? Два спасибо. Что так ярко-то? Мексиканцы не любят солнце. Покажи, как сильно ты соскучился по концертам. Если честно, я не умею плакать на сцене, но я очень сильно соскучился, вы поверьте, просто я вам хоть раз обманывал. Я первый раз в жизни тебя вижу. Сейчас первый раз обманываю, но, а может и нет, вот думай. Политех, я вас не слышу! Еще раз! Расскажи про вашего админа. Он очень классный, но только маленький. Ну просто, ну да, это было низко, соглашусь. Теперь передо мной открыты все двери. Стоять, это ФБР! И что у меня есть? Прочитай. С картона. Стоять, это ФБР! Давайте минут через 10. Теперь пойдем в форме телестудии. А ты что такой веселый? Все-таки сегодня премьера нашего спектакля. А почему Мексика? Потому что Мексика. Кто выбирал тему? Явно не я. Что ты делал? Я участвую, и участвую, и участвую. А больше я не могу ничего сказать. Скажи, как ты ждал концерт сегодняшний? Лучше. Душевно. Красиво. Аж сердце прихватило. Очень хочу, чтобы было весело, и чтобы все кричали: «У-ху! Ты рад?» Он очень рад. По-моему, он плачет. Ой, на счастье плачет, что возобновились концерты наконец-таки. Стала обладательницей одной из главных ролей. Честно, это было неожиданно, потому что я сначала пришла в STEM как реквизитор, от декоратора до главной актрисы. Ох, эволюция. Сама выпускница этого STEM, было очень приятно на ребят смотреть. Мне очень нравится то, что они не теряют этот дух, и с каждым годом у них номера и концерты все сильнее и сильнее становятся. Вот и прошел еще один крутой концерт политеха. А чтобы узнать, чем нас удивят остальные STEM, следите за нашими публикациями ВКонтакте и на Ютубе. В ходе концерта ни один мексиканец не пострадал. Всем пока!